Добрый вечер, дорогие. Очень рад вас всех здесь снова видеть. А в очередной раз мы собрались здесь, чтобы почитать и послушать произведения писателей, поэтов. Но в этот раз не будет никого из людей, которые будут представлять собственное творчество. А читать мы будем стихи поэтов, которых, наверное, стоит помнить, читать и постоянно переоценивать. Пришли и славословим покорненько тебе, дорогая взятка. Премудрость Божия пред Божиим лицом плясала безнаказанно и пела, а не с лицом насупленным сидела. Выйти на берег тихой реки, рефлектируя в рифму молчание, речь мою караулит давно. Представь себе, что ты умер, и оказалось, что это совсем не больно. Напротив, кайф такой же, как от черного марокканского гашиша. Мне наплевать, как не томись мы на дебри воплей и оваций. Суть подлинного оптимизма в любой трясине целоваться. Горит, горит моя звезда, и в ней луна надменная. Моя монета неразменная, другой не будет никогда. Дымит, дымит мой ветерок и продувает мертвый дом, давно подписанный на слом. В нем воцарился мрак и рок. Были они или не были, на острове, не на острове, море или не море поглотило их, либо нет. Любил кто-либо кого-нибудь, боролся ли кто-то с кем-нибудь, было что-либо или не было, там или вовсе не там. Прими за лучшее, прими за лекарство, ничего не бойся, только им и лейся, никогда не смейся. Но он и смерти не мертвец, и это не конец, он бесконечности гонец, он вечности живец.